Лара! Я так волновался. Натворила что делов, Лара, а? Зимур. Ты о чем? Домингес. Кинжал у него. Из-за меня. После всех мучений отца я дала Тринити то, что они искали. С помощью ларца и кинжала он преобразит мир. Преобразит во что? Не знаю, он надеется искоренить грех и слабости. Такой человек. Мы должны его остановить. Это все я виновата. Мы что-нибудь придумаем. Обещаю. Нет, 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 нет! Мы должны добраться до тайного города раньше них, найти серебряный ларец! Ладно, сперва отведем этих людей в безопасное место, а потом сразу за ларцом. Какая безопасность? Если он отыщет ларец, мне надо идти, только я могу! Только ты можешь что? Ты не центр мироздания, Лара! Не взваливай на себя вину за это! Этим людям нужна помощь! Сделай доброе дело сейчас! Тем более... Что у нас вообще есть? Загадка? Чтобы отыскать тайный город, розовые рыбы и серебряных верхушек мало. Я помогу этим людям. А потом найму самолет. Так, хайо, всем привет, братья, сестренки, друзья, подружки. Это у нас продолжение прохождения House of the Tomb Raider, третья часть. Амазонка, Перу. Вот мы летим на самолете в Перу, как и собирались, искать этот серебряный ларец. А погодка-то не очень, гром гремит. Думаю, нам надо искать вулкан. Серебряная верхушка, наверное, облака. Я не могу забыть про этих людей. Всего лишится. Нет, точно и он играет совсем другой актер. В загадке сказано... Иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой, где заседают близнецы. Что это за близнецы? Не нравится мне погода. Подумаешь, дождик. Вернемся к горе в облаках. В облаках. А как поймем, что это та гора? Интуиция. Что еще остается? На фреске сказано, что их ждут бедствия. Лучший способ помочь им – положить всему этому конец. Ладно. Но как узнать точно? Иона, я ощутила, когда взяла кинжал. Ты имеешь в виду цунами? Не только. Я как будто что-то пробудила. Да, это нерационально, это неправдоподобно, но прошу, поверь мне. Надо верить друг другу. Эй, а это не то, что мы ищем? Что там? Это она! Не нравится мне буря. Ну вот сейчас все и начнется, как было в начале игры. Осталось чуть-чуть. Когда они упали на этом самолете. Мигель, мы можем приземлиться. Я могу посадить вас у Куак-Яку. Давай.
Держитесь, сейчас приходит. Вот и упали самолеты, и начались новые приключения Лары Крофт. Отлично. Лицом в грязь. Так, находимся в джунглях. Упали лицом в грязь. Так, жесткая посадка. Найдите выживших. Доктор Доменгис. Так, это у нас какая-то обезьянка туда пролезла наверх. Найдите лагерь. Да, судя по всему, аптечки у нас нету. Лечиться будем чем-нибудь. Чё найдем. Так, я вижу, ничего полезного тут пока нету. Пойдем, значит, по ориентирам. Инстинкт выживания. Так, кажется, потом вот это вот нам пригодится. А сейчас нужна еда и вода. Еда и вода. Лечение потом. Хорошая вещь. Жаль, несъедобная. Иона! Кто-нибудь меня слышит? Эй! Будем собирать все, что полезно. Где они? Надо их найти. Так-то хорошо разработчики делали, пометили, где можно залазить, а где нельзя, чтобы не бегать и не думать, куда же можно залезть. Гора Серебряная Верхушка. Угу. Там кто-то есть. Нужно идти туда. Это не для меня. Я бы туда не стал прыгать. Ну его нахер. Обезьяны. Thank you.
Опять прыгать, епона мать. Ну, каждый по-своему. Ой, опять в грязь, как же там глубоко. Ах, по пояс в грязи, ё-мать. Мыться потом. Огонь. Кто-то должен быть рядом. Эй! Лагерь. Ох, обезьянки. Фиона! Мигель! Вы слышите? Где вы? Найди новый базовый лагерь. Найдите обломки самолета. Я даже не думала, что буря будет такой сильной. Это все моя вина. Надо было послушать Иону, надо было все продумать. Нельзя было брать тот кинжал. Надеюсь, больше никто не пострадал. И остальные деревни в порядке. Нужно остановить череду бедствий, пока не поздно. Так, ну остальное все недоступно. Сюда упал обломок самолета. В этом грузе мое снаряжение. Может, там найдется какой-нибудь острый кусок металла? Нужно чем-то разрезать веревку. Без инструмента этот ящик не открыть. Может, какая-то железка из обломков? А там глубоко. Придется купаться. Опять эта рыба. Хищная какая-то рыба-то. Хорошо, но он тупой. Нужно его обо что-то заточить. Пойдет в дело, но нужно больше. Как раз то, что я искала. Только нужно еще несколько. У меня есть все, что надо. Пора назад в лагерь. Хорошо, так бежишь, все нашел сразу, все рядышком. В реальной жизни вряд ли ты что найдешь.
Здесь, судя по всему, я не пройду. Куда же идти-то тут, а? В лагерь, наверное, вернуться надо. Ну, пойдем в лагерь посмотрим. Здесь, походу... А, предметы открылись. Нож, цена. 3 из 3. Все у меня есть. Так. Сделал. Самодельный нож. Какие тут костюмы-то есть? Ну-ка посмотрим. Ой-ой-ой, еще первый Том Райдер. Нет, такого не надо. Это тоже не надо. Это тоже не надо. Нет, лучше стандартную, современную оставить. Может, там дальше при прохождении игры будут открыты костюмы. Достаточно острый. Теперь можно спокойно перерезать веревку, чтобы забрать свое, чтобы забрать свое снаряжение. Да, теперь я заберу снаряжение. Почему я все вместе не упаковала? Мисс Крофт, кто-нибудь, прием! Мигель, ты где? Черт! Так, сюда можно ее прикрепить, и полезли по ней. Посмотрим, где этот Мигель. Значит, я-то думал, он погиб, как там высоко. Он, оказывается, живой. Он просто отключился. Мигель? Когда в него попало что-то. Не нравится мне это. Мигель? Ты где? О, нет. Там, походу, ягуар его съел. Мигель? Мигель? Так, а тут ничего полезного нету. Ой, какая гадость. Ну. Значит, пойду по следам крови. Мигель? Сейчас будет довольно-таки интересно.
Какая киска-то? Ах, вон он пробежал. Блин, как сложно у него прицелиться. Вот он! Блин, как попадать-то в него? Получается. Ну, получается. Ах, промазал. Опять где-то спрятался. Опять я промазал. И они вдвоем на меня нападают. Жалко, конечно, эту киску, но она бы меня прихерачила бы. Только так бы она меня завалила. О, там, в которого я стрелял. А та, походу, самка была. Че, от меня плохо пахнет? Иди, говорит, помойся, да? Утащил ее. Они охотились вдвоем.
Соберем все, что нужно, и пойдем отсюда. Как раз туда, в ту сторону, куда ушла эта киска. Вот часть обломков. Иона!